для него сделали гараж. Вот сейчас как дети развлекаются. Привет, наблюдатели кровельной жизни. Хочу сделать небольшой обзорчик вот такой, вот такого навеса. Начнем мы, наверное, с истории. Короче, этот навес нужен был для того, чтобы парковать всякую технику. И было небольшое расстояние от основного сарая до соседского дома, примерно 3 метра, чтобы парковать всякую технику. Нас пригласили помочь сделать вот такой навесик. Ну, как вы заметили, пара гидроизоляции, на всякий случай мы такую простенькую положили. Это у нас была вроде технониколевская. Ленту приклеили к стене. Это у нас, похоже, факра от окна осталась, от чего-то, я не знаю, нашли. Но здесь рассчитали расстояние под карнизом. Вот оно, как раз под лист. Полезли дальше, покажу самые классные вещи, и они снизу. И небольшой обзорчик деревянной части. Задняя стенка простая, элементарная. Бетонное основание снизу. Мы поставили 4 стойки. Здесь небольшой лежень, прогон. И на них установили мы стропила. Но вот что дальше, там будет намного интереснее. А здесь эксперименты, наблюдения. Будем наблюдать, смотреть, как работает вот эта система. Вот такая ферма. Мы не стали ничего врезать, а просто накрутили вот в крестовом варианте, вот в таком угловом, такие укосники. Вот так смотрится с этой стороны, вот так. Здесь как бы лицевая. В принципе, ничего не прогибается, мы прям ходили, смотрели, очень хорошую нагрузку выдерживает. А вот здесь мы сделали чуть другой тип фермы. Все на пластинах, Данил у нас прокрутит, когда дом будет сидеть. Как я говорил, вот это расстояние у нас около 3 метра, дальше уже около 4, там еще чуть подальше. Вот такая красота получается. Данил гидроизоляцию зацепляет карнизом. Какие еще интересные узлы здесь есть? Ну, в принципе, все элементарно, остальное простое, я думаю.